Станок для вертикальных жалюзи, все как обычно, станок не старый, настроен, работает хорошо. Для демонстрации покажу две ткани, тоненькую вот такую вот и толстую Венеру Blackout. Сближаем. Значит, вот он, обрубил, все нормально. Все хорошо, все четко. Так. И вот пробил отверстие для плечика. Вот что оно пробито. Вот продемонстрирую вот так. Теперь более толстую ткань. Значит, вот так вот надеваем. Вот он отрубил, сделал подгиб. Ну, станок не совсем прямо стоит, это чисто для демонстрации. И сформировал для плечика. Вот она у нас, пробой виден. Еще раз покажу.